Всем привет! В этом видео я покажу, как поставить лайк ВКонтакте. Ну а перед просмотром поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Давайте же перейдем на мой профиль ВКонтакте. И для того, чтобы поставить лайк, допустим, на стене какого-либо пользователя, я покажу это на своей страничке, наводим на значок такого сердечка. Это самый первый из трех значков под записью. Нажимаем, и как видим, что сердечко окрасилось в красный цвет, и теперь отображается, что мы лайкнули эту запись, то есть понравилось одному человеку. Если же вы хотите, допустим, лайкнуть какую-нибудь фотографию, ну, допустим, я вот перейду на свои фотографии. Под аватаркой вашего канала есть также такое же сердечко. Мы нажимаем на него, и сразу отображается то, что мы лайкнули данный пост. Здесь можно посмотреть людей, которые лайкнули, допустим, этот. В группах и в пабликах все то же самое. Мы также нажимаем на значок сердечко, и оно автоматически окрашивается в красный цвет. Также можно посмотреть, кому понравилась данная запись. Вот здесь все 13 человек, кто оценили данную запись. Ну а на этом все. Если информация была для вас полезна, напишите любой комментарий под этим видео.